У Татьяны Куницыной много родных, которые принимали участие в Великой Отечественной. Вся семья двоюродного брата по линии мамы погибла в Брестской крепости. А среди 10 имен, выбитых на камне мемориала в Салманове, имя Михаила Васильевича Суханова, родного брата ее бабушки. Ему не было и 30, когда он погиб на полях сражений. Поэтому мемориал «Живые камни памяти и славы», установленный в деревне 5 лет назад, для Татьяны Сергеевны очень значим. Им гордимся и очень рады и довольны, что наконец-то у нас есть вот такой мемориал, к которому можно прийти, поклониться и вспомнить всех своих близких, родных, которые не пришли, которых уже нет с нами. Памятник был создан в рамках партийного проекта «Историческая память» по инициативе главы округа, секретаря местного отделения «Единой России» Андрея Иванова и руководителя фракции в Одинцовском совете депутатов Вячеслава Киреева. Очень хорошо, что память жива, очень хорошо, что люди, жители деревни, активисты поддерживают эту память, поддерживают памятники, ухаживают. Вот посмотрите, в каком все прекрасном состоянии. Отдать дань памяти героям Великой Отечественной в Салманово пришли парламентарии областной и государственной дум, муниципальные депутаты, местные жители. Мемориал состоит из трех камней, найденных на границе Нарфоминского округа, которым более 1,5 миллионов лет. Один в честь пропавших без вести героев, второй посвящен ветеранам и труженикам тыла, а третий – всем воинам, когда-либо защищавшим честь родной страны. Мы победили благодаря нашему единству. Мы победили, потому что раненые бойцы и командиры не уходили с поля боя. Мы победили, потому что мы не оставляли на поле боя раненых и погибших боевых товарищей. Мы победили, но отдали больше 20 миллионов жителей нашей великой страны своей жизни ради этой победы. В этот памятный день депутат Госдумы Денис Майданов вместе с жителями Салманова. Он вручил партийные билеты новым активистам Одинцовского отделения «Единой России» и рассказал о военной истории своей семьи. В моей семье, это так же, как и во многих семьях нашей великой страны, один дед дошел до Берлина, другой дед погиб в первый день войны. И в память о своих дедах все наши сегодняшние свершения, сегодняшние мероприятия и наша сегодняшняя жизнь. После торжественной части – концертная программа. Все артисты в форме военных лет. В репертуаре – танцевальные номера, знакомые всем и любимые всеми патриотические и военные песни. Будем не 25, трудный путь им пришлось пройти. Это те, кто в штыки подымался как один, те, кто брал Наталья Гончарова, Валерия Баранцева, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».